И всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будет распаковка посылки с AliExpress. И сегодня будет 5 кубиков антистресс. Вот, давайте я ее переверну, потому что там мой адрес. Зачем вам знать мой адрес? В принципе, я не делаю рубрику посылки от подписчиков. И, в принципе, подписчики не отправляли. По-моему, один предлагал посылку отправлять. Я ему адрес отправляла, а он... И ничего не отправил. Значит, он, мне кажется, обманщик. Либо хотел просто узнать мой адрес. Вот. Только когда, наверное, чуть больше будет подписчиков, я тогда, наверное, сделаю посылки от подписчиков. Если вы сами захотите отправлять. Вот такие фиджет-кубики. Это значит один. Вот. Два. Три. Как видите, я очень много заказал. Целых 5 штук. 4. Вот и 5. То есть 5 кубиков. Я мог купить, по идее, один побольше, фиджет кубик. По-моему, фиджет кубик придумал один чувак из Америки или из какой-то страны. Он был, короче... То ли нервным, то ли что-то типа такого. И чтобы занять свое время, он придумал фиджет-кубик. Чтобы когда сидишь, и у тебя руки ничем не заняты, кроме там смартфона или чем-то, можно взять фиджет-кубик и им заниматься. То есть упражнения делать всяческие. Давайте один я открою и вам покажу. Ох, какой он маленький, мимимишный. Так, значит, здесь есть еще в подарок вот такая веревочка. На каждом другом тоже все так же. Все как-то так трещит. Значит, вот здесь, вау, как круто, ребята. Это лучше, чем спиннер, в принципе. Кнопки все работают, замечательно. Шарик металлический крутится. Только вот эти штучки не шевелятся, я вот это я не понял. Окей, дальше что есть? Переключатель. Вот, вот такая финтифлюшечка, которая шевелится. И джойстик. Ну, мне так кажется, что это джойстик. Ну, вот так шевелится, как видите. Очень интересная приблуда. Качественная. И можно еще ее закрепить. Да, вот такой кубик. Ну, наверное, в принципе, другие не надо открывать. Бессмысленно. Так-то виден. Ну, блин, он какой-то маленький, но на одной руке, в принципе, все упражнения делать легко. Ну, очень прикольно, очень прикольно. Ну вот в инструкции тут все показано, типа как это все делается. Клик, глайдер, ролл, бедхи, спин и флип. Фиджет куб. Очень маленький, мимимист. Я как понял, вот эта веревочка нужна для того, чтобы когда фиджет кубик, чтобы не упал и не сломался специально. Вот такая штучка, чтобы вот так она держалась, вот так на руке, чтобы она не падала. То есть можно ее здесь закрепить на вот этот край. Вот качество пластика очень хорошее, матовое покрытие. Мне очень нравится. В принципе, следы могут остаться. Сейчас проверим. Нет, не остаются, и это плюс. Но он такой мимишный, столько здесь вещей, столько штучек. Вот. Металлический шарик тоже очень прикольный. Кнопки. Ну, вот такой был видеообзор. Остальные кубики, как говорил, в принципе, не надо обозревать, потому что, как вы понимаете, смысла нету. Вот. Ну, с вами был я, Супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.